Ученый назвал сроки гибели человечества. Конец эпохи человека может наступить через срок от 100 до 500 лет. Бывший астрофизик в Университете Арканзаса Даниэл Уитмир полагает, что человечество может доживать на Земле свои последние столетия. Конец его эпохи может наступить через 100-500 лет, передает физорг. Полный текст исследования был опубликован в научном издании International Journal of Astrobiology. По мнению ученого, во Вселенной есть технологические цивилизации, существующие миллиарды лет, однако человечество к ним не относится. Кроме того, ранее ученый заявлял, что человечество является наиболее отсталым из технологически развитых видов. Именно этим и объясняется столь позднее начало освоения человеком космоса. Также Уитмир отметил, что, по его мнению, человечество должно быть типичной цивилизацией во Вселенной, как и приблизительно 95% других цивилизаций. При этом возраста в миллионы лет способны достигнуть лишь немногие разумные существа. Что касается прогнозов, то по версии Уитмира, человечество в итоге сделает биосферу полностью непригодной для жизни, лишив возможности другие цивилизации появиться на Земле. Ранее корреспондент Нет сообщал, что ученые спрогнозировали Солнцу постепенное снижение активности. По материалам сайта news.com.